необходимо снять корпус воздушного фильтра. Откручиваем гофру. Внимаем корпус, соединяем шланги и отсоединяем датчик. Проверяем состояние проводов. Видим, что у нас один пробит. Приобрели комплект проводов высоковольтных. С одной стороны провода имеют одинаковую форму концевиков, а со второй стороны имеют разные наконечники. Данный вариант замены годится для машин, у кого имеется трамблер. Вынимаем первый высоковольтный провод. Достаем его из держателя. Достаем его с трамблера. Достаем второй провод. Достаем его из держателя. Ставим вместо него новый. Чтобы не мешало, откручу здесь гофру. Достаем третий провод. Достаем его из держателя. Ставим взамен новый. Заводим его в держатель. И снимаем его с трамблера. Надеваем новый. Достаем четвертый провод. Разница все-таки есть по составу металла, ну и по форме. Собрали все в обратной последовательности, установили назад корпус воздушного фильтра. Остается только проверить зажигание.